Я коренная гадрутская. Я требую, чтобы вернули наш Гадрут, наш Дизак, исконную историческую родину мою. У нас прекрасный... У меня нет слов, я сейчас вся на эмоциях, я сейчас расстроенных чувств. У меня нет ни дома, ни родины, ничего. Кто мне за это ответит? Кто я на сегодня? В таком возрасте кто мне даст работу или что? Эна Сахан, племянники Арчнак Гуцум, Еркусне Вирявурова Ценегель. Мой зять, инвалид Первой войны, без двух ног. У меня двоюродный брат погибший в Первой войне. У нас очень много погибших. А сейчас сколько погибших? Кто ответит за кровь этих погибших ребят? Кто ответит? Я требую, пусть взамен этих Агдамов, я не знаю, Джибраилов, которые были отвоеваны еще в первой кампании войны, пусть будут возвращены. Ես ճիշտ ասած եկել եմ Արձակուրտի, մի տարի ես չեմ եկել ստեղ։ Եկել եմ սեպտեմբերի 17-ին, 27-ին բերի վերադառնայի, կրիվը սկսվել է։ Հադրուտ քաղաքում է ձեր բնակարանը։ Հադրուտ քաղաքում սեփական տուն ունեմ, շատ լավ։ Մեր համար հանգիստ ապրում եք, ունեմ մի հատ այդ տունը, ոչ խանութներ, ոչ բիզնեսներ, ոչ չգիտեմ ինչեր, մի հատ պապական տուն, ապրում եմ պապայիս հետ, ես էլ իմ պապան եմ։ Папас амси хингина екел. Уже вынуждена он приехал. Сестра тоже в последний момент выехала. А наш, мой младший племянник Джибраиль служил, был ранен. Старший офицер тоже был ранен. Наша молодежь стояла. Кто что хочет, пусть говорит. Спасу мэйк ворай спескалини. Спеси бани спасу. Че? Ерпек. Есть миш... И мацелем, вор мы живем на пороховой бочке. Извините, я говорю на русском, потому что у меня русское образование. Но я никогда не думала, что когда-нибудь возьмут Гадрут. Я никогда не думала, что через столько лет будет такая ужасная война. Я об этом никогда не думала. Теперь... Умицек има паханджун Гадрут и верядарце. Офтавеля. У этой шайки преступников. Офтавеля. Из них харцерели. Ժողովուրդը հետ խորտակցել են, բասում են ամեն ինչ ժողովուրդը հետ է խորտակցելու։ Հիմա ես պահանջում եմ, իմ հողը տվեք, իմ տունս վարված լինի, թո հողին հավասարծրած լինի, ես կգնամ մի պադվալում կապրեմ, բայց ես ուզում եմ գնամ իմ աշխարհ, իմ երկիրը, ես ընդեղ մամայիս գերեզման եմ թողել, իմ պապիկի, իմ տատիկի գերեզման, ես իմ տունն եմ թողել, ես իմ հոգին եմ թողել, ես եկել եմ Հայաստանը շատ եմ սիրում, Երևանը շատ եմ սիրում, բայց ես հոգով սրտով Ղարաբաղ, ես ուզում եմ գնամ իմ հողում ապրեմ, հիմա ես ստեղ ինչ եմ անելու, я хочу вернуться, я требую, не только я требую, верните мою родину, мой Гадрут, больше мне ничего не надо. Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հորդորում է արցախցիներին հետ գնալ ապրել, ասում է ամեն բան լավ կլինի։ Բայց հիմա որտեղ գնամ ապրեմ? Степанакерт разрушен, все разрушены, Гадрута нет. Я с гнам вортых апрем. То есть вортых, я с Гадрута ему зам гнам апрем. И пусть в шалаше, пусть в палатке. Я с гнумем им хаятом, им туну апрем. То подвалом. Айсор вор хавак фелек Франсия и деспанатан димат. Инчай какан калум деспанатан. Я верю, что мировые сообщества, я верю в объективность господина Макрона, его хорошее отношение к армянам. Я верю, что он, ну, пурпурнерис чем кахвум, хаватумем, узумем хаватам, ворлавкалины. Кто-то решит. Я верила и Владимира Владимировича Путина. Я его очень уважала как политика, за его справедливость, за его объективность. Мы сами в Гадруте, все большое население русскоязычное. Я верила, что Владимир Владимирович, для меня его образ ассоциировался с русским князем Владимиром Красное Солнышко. Я верила, что владеющий миром человек поможет единственной христианской нации, которая у него на Кавказе. Я верила в это. А сейчас я ничего не хочу. Я требую, чтобы вернули наш Гадрут. Все. Извините меня за эмоции.